из магнитного кастета. Какие придумаем? Ну, начинайте? Да, да. Пока ребята играют, хотела бы немного рассказать про наш конструктор. Это наборы таких марок, как Mac Player и Mac Master. Они отличаются по дизайну, но, тем не менее, хорошо между собой крепятся, можно строить, можно их сочетать, строить разные постройки. Если вы сейчас выбираете вашему ребенку магнитный конструктор, я бы посоветовала покупать наборы с колесами, потому что колеса дают много возможностей, можно строить разнообразные машины, дома на колесах. Ребятам очень нравится, как мальчикам, так и девочкам, я думаю. Актуальный возраст для магнитного конструктора, думаю, 3 года. Но нужно быть аккуратным с некоторыми моментами, такими как, например, колесо обозрения. У него достаточно хрупкие крепления, и маленький ребенок их очень легко сломает. У нас, например, они уже приклеены. Хотела бы посоветовать покупать наборы, где много квадратов, треугольников, потому что детям всегда их не хватает, они просят всегда докупить что-то новенькое. Потому что в некоторых наборах указано, например, 100 деталей, но 30 из них могут быть вот такими вот вставками, которые вставляются в квадратики. Вы можете делать вместе примеры. Например, ребятам это сейчас не актуально, они не играют в них. И когда я покупала набор с колесом обозрения, там как раз были эти детали. Я совсем не задумывалась об этом. Увидела, что там 100 деталей и купила. А потом оказалось, что очень много из них — это вот эти вставки. А теперь давайте посмотрим, как играют Миша и Рома. Вот такая у нас получилась. Это Миша. Это колонна? Нет, это друзья и такие, да. Смотрите, еще. Нет, это скорая помощь. А почему она так выглядит? Вот в ней не играл. А вот там водитель. Это сказкой такой. Трактор? Такими дверями. Как хочу. У нас же нету еще ковша. Нету ковша? Нужен ковш? Да, ну нету. Нет. Миша, тебе нравится? Два. Два фары. Давай, две фары, давай. Будем фары. Тебе нравится Ромина машина? Да. Ромина? Да. Рома, тебе Мишина нравится? Да. На что похоже? Я бульдозер. А тебе, Миша, на что Ромина машина похожа? На банан. На банан? Почему? Где банан? Появились наши машинки, ставьте яйк. Наши машинки появились, ставьте яйк. Дядю, 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 пуй, 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 пуй. О-о-о, я уже мало. Сейчас это не смешно. Почему-то даю, отец, машина без лодки. А я ее помню. Ну, она была, видишь, да, она была еще маленькая, когда сломалась. А машина вот так умеет качаться. Ну, а я так умею. Ты сам, да, качаешься? Да. А что твоя машина умеет, Миша?
конечно, как он умеет. Ой-ой-ой, это опасно. Вот так он умеет. Вот так. Видишь, как у меня майка и... И сама. Ой, я думала. Это его отдумал его. Чего-то. Люблю, ты отдумал. Это дом я слушал. Вот так я умею. Ты вот так. Так, будет вот так. Вот так. Самотеки. Это самотеки. Я вижу. Будет вот так. А вот у них багажник отец. Вот, как они делают. Еще. Видите, что вот так. Кит, 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 сюди, кит. Кит, кит, сюди, ади, муа. Кит, кит, кит. Вот так. Вот так. Вот так. А ты замотишь. И вот так. Вот ты замотишь, мы его играем. Вот так. 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 Мама и мама. А сейчас мы смешно. А сейчас у меня как похоже. Похоже на бургер как. На бургер? Да. Это бургер. Да, как похож на бургер. Ничего себе. Какой бургер едет. Да, давай, что поможешь? Что, я могу? Так делаю? Так. А потом что надо? Надо просто вот так. А это ковш. Что? Это был ковш только что. Такой тот, как ковшом.
Бими-бими, юби-биби, баги, золоти, ели, тонки, ели, ту-ту-ту, ту-ту, аэм, ку-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 
Это бензовоз. А у тебя, Миша? Нет, это фургон. То же самое? То же самое, вот. Так-то. То же самое. Посмотри, как у меня. Покажи. А что это? Это смотреть стекло. Если хочешь красный, меняешь красный. Если хочешь оранжевый, меняешь оранжевый. Мне нравится, Миша? Барабан можно снять. Барабан можно снять? А зачем он нужен? Там музыкальная комната. Музыкальная комната в машине? Да. Что там делают? Нет, это музей. И там вечеринка находится и пьет. А там, что пьется, спокойно кушает, а там игра, детская комната здесь. И где отдыхать, там и спать. Ставьте яйки. Что говоришь, надо же там говорить. Ого, я кета. Ставьте яйки. Я кета. Музыкальная комната. Замало? Машинка лучше, у Ромы или у тебя? У меня. Почему? Потому что она красивее. Чем? Ярного цвета. Какого? Ярного цвета. Потому что